Чета Ивановых – одна из 13 семейных пар, которым указом губернатора Свердловской области вручается награда «Совет да любовь». Они прожили в браке больше полувека, подняли на ноги детей и воспитали внуков. «Все как у всех», – говорит Галина Александровна. «А началось все 50 лет назад в клубе на танцах. Она молодая и красивая», – вспоминает глава семьи Александр. «Зацепила меня так крепко, что чувства, вспыхнувшие 5 десятилетий, я пронес через всю свою жизнь». «С первого взгляда». Как увидел, так все. Напором своим. Он меня сразу пригласил танцевать, и все, больше не отпустил. А это супруги Ефимовы, Геннадий Петрович и его верная жена Нина Павловна. Больше полувека назад она пригласила его на свой день рождения. Учились в одной школе, 14-й. Ну, я как-то на день рождения пригласила. Мне надо было девчонок развлекать, чтобы пары у них были. Ну, и его как за количество... А потом в армию он ушел, случайно встретились опять. Купидон был меток, вторая встреча переросла в любовь. И вот уже 50 лет они вместе и в горе, и в радости. Сегодня они получают награду за создание крепкой семьи. Современный мир становится все быстрее. И в нем все труднее отыскать уголки умиротворения, место для чувств. А вот в семьях этих супружеских пар есть пристань любви и взаимного уважения, говорит депутат Думы Полевского Елена Погребняк. Для всех пример, образцовый пример. Вот, потому что прожить 50 лет вместе, вы представляете, сколько это надо пережить, сколько надо найти в себе сил для того, чтобы притереться, вырастить детей, вырастить внуков, дождаться правнуков. Я надеюсь, что у всех пар именно таким образом и происходит семейная жизнь. Это классно. В этом зале нет случайных людей, все герои. Чаще романа о любви и верности. В каждой истории счастливый конец, где влюбленные жили долго и счастливо. Вот, к примеру, семья Зюзевых. Татьяна Анатольевна в этом союзе отвечает за рассудительность. Владимир Григорьевич – весельчак и юморист. Они прекрасно дополняют друг друга. Секрет своей семейной жизни считают в любви, которая царит в их доме. Как говорят, а жизнь прожить не поле перейти. Вот для нас какое-то поле было уготовлено, вот мы прошли полпути. Еще полпути осталось, значит, еще 50 лет проживем. Сегодняшних героев можно назвать золотыми юбилярами, ветеранами семейной жизни. Прожить 50 лет – это долго и сложно. Есть и трудности, есть и проблемы. Но наверняка хороших моментов в этих семьях было намного больше. Полвека вместе, полвека рука об руку, полвека поддерживая друг друга. И я думаю, что у каждой семьи случалось разное за это время. И беды, и горести были, но вы все это пережили вместе. Вы прошли через этот путь. У вас есть дети, у вас есть внуки, у вас есть надежная опора и поддержка. И сейчас вы можете уже жить в свое удовольствие, радоваться общением со своими близкими. Каждая награжденная семья по-своему уникальна, но все они объединены заботой друг о друге, созидательным трудом, рождением и воспитанием достойных детей. Ольга Демьянец, Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости 11 канала.